Итак, пацаны, с вами, как обычно, Ультра. И сегодня я вам продемонстрирую один хитрый баг, который позволит получать абсолютно халявную энергию. Что вам потребуется? Для начала. Моды. Industrial Craft. Power Converters 3 и... Big Reactors. Что от чего понадобится? Industrial, ну, по сути, для API-энергии пара блоков проводов. Ну, энергию в основном жрут именно в индастриалском виде, поэтому почему бы и нет. Дальше. Power Converters. Понадобится 5 блоков. Потребитель Redstone Flux. Энергомост. Потребитель и производитель энергии Industrial Craft 2. Ну, можно выбрать любое напряжение, я взял максимально возможное. И производитель пара. Ну и, собственно, мод Big Reactors. В нем должны быть реакторы и турбины, как это ни странно. Вот большой реактор, который обеспечивает паром всю эту систему. Ну, обеспечивал. Ну и все, собственно. Так, давайте-ка я вот это вот уберу. Остался от прошлого дубля. Для частоты эксперимента турбину обездвиживаем. То есть... Какая у нас вводная? Турбина активирована. Но она не вращается. Так. В ней нет пара, нет воды, есть энергия. Катушки подключены. Все правильно. Теперь смотрите, какая у нас получается система. Вот. Вроде что-то пытается шипеть, но нечем. Теперь подключаемся к розетке турбины с помощью RF-консюмера. Ставим мост и ставим производитель энергии К2. Теперь сюда ставим производитель пара, в любой, абсолютно любой, в принципе, насрать. Потом ставим блок моста и приемник и К2. И соединяем их проводками. Как видим, турбина весело вращается. Да, потребление энергии есть, но со временем она раскачается и будет, наоборот, генерить энергию. Причем так, что вам ее просто будет некуда девать. Ну, допустим, примеры уже работающих таким методом турбин. Ну вот, разгонял я ее, подпитывая, теперь она спокойно работает сама. Обороты 3750, и они продолжают расти. Энергии, как видите, до черта. Вот еще одна турбинка. Питалась от сети, но потом, в принципе, перешла на автоматику. Тоже 7500 оборотов. Выхлоп 3600 по Redstone Flux. В принципе, с турбинами стоит заморачиваться только ради того, чтобы получить халявную энергию. Ну чё, бажик я, в принципе, объяснил. Спасибо вам за просмотр. Набираем 20 лайков и ждем полный туториал по Big Reactors. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пальцы вверх. До скорого!